И пишем, мы не договорились с оценкой «Однажды в Пенопе» в этом «Скалкерс». Встречаем! Легенда гласит о древнем артефакте, который может исполнить желание любой женщины, сердце черепа. Однако, если она нечиста сердцем, ее желание будет искажено, и она превратится в невероятно могучее, одержимое разрушением, порочное существо. Дева черепа. Появилась новая дева черепа. Кто победит ее и овладеет сердцем черепа? Сейчас я расскажу вам одну интересную историю. Валентайн, ты посмела вернуться после всего, что ты сделала. В смысле? Ты предала организацию, страну и еще смеешь стоять рядом со мной. Что за громкие слова? Ты поливаешь меня грязью? Ну посмотри сначала на себя. Да кто ты вообще такая? Ты называешь себя защитником страны. Да что ты, черт возьми, знаешь, Валентайн? Ничего, Ваше Величество, Парасолу. Валентайн! Парасолу! Да! Что? Черт с ней! Так, на чем мы остановились? Защищайся! Хорошая попытка, но слабовато. В итоге ты никого не смогла защитить, даже себя. Мальчики, за мной. Ничего не предвещало бы ты. Мы были с ней так близки. Ты ее даже не знаешь, и она об этом не в курсе. Не важно, я сказала, мы были близки. Она оставила нас. Нет! Я не такая старая, сама найду. Никто не знал, что так получится, и будущая королева Кеннеди закончит свою игру именно так. Хотя, если подумать о зонтике и пиле... Ладно, это другая история. В любом случае, почти моя память, и шоу должно продолжаться. О, старая знакомая, ты разве не померла? Или косишь под змейку Адамс? Благодаря Левиафану и проклятию я пробуждаюсь вновь. Каждые 7 лет, когда появляется новая дева черепа. И, о, святая Троица, я все равно не высыпаюсь. Я не проиграю такой, как ты. Научись проигрывать. Знаешь,
почему я не умею проигрывать? Потому что еще ни разу не проигрывала. Ты чудовище! Есть разница между чудовищем и прекрасной мной. Как насчет я, ты, интересное местечко? Какого типа местечко? Ресторан. Мне переодеться поприличнее или не стоит? Хоть вдоль и поперек переоденься, все равно есть спагетти будешь, как свои леди. Я что-то не то услышала? Мне показалось, да? Убери! Ах, молодость, милые бронятся, где мои 38 лет? Кто готов подарить незамужней, милой, нежной, скромной леди цветочек? Никто? Ну и ладно, сама себе цветочек подарю. Ой, Дабл, спасибо! Дабл, ты сегодня такая милая! Ах, Дабл, перестань! Кто это тут милый, а? Значит, что теперь она моя. Ты вообще кто такая? Я богиня этого ночного клуба. Будущая повелительница всего мира. Звезда Инстаграма. Ни у кого нет столько лайков, сколько у меня. Обнови ленту. Что, прости? Обнови свою ленту. Меня обогнало куриное яйцо? Меня? Итак, когти в лапы и за мной. Погоди, зачем тебе я? Мне нужны сторонники. Тем более, с таким даром к воровству, как твой, мне станет намного легче жить. Плюс, для хорошей киски у меня есть Вискас. А теперь вперед, вернем мои лайки и захватим этот жалкий мирок. Даже если ничего не выйдет, я просто ограблю ее и уеду жить на Гавайи. Богиня, подождите, я уже бегу. 843 градуса и 15%. Так, если соединить легкие с... Она меня чонула? Чонула меня? Не трогала. Чонула? Не трогала, мяу. Фу, она лапами своими к чистой пиле. А если у нее блохи или того хуже? Усмирите ее. Немедленно. Наше время от мужиков толку ноль. О, фигурка и лоза, лицом ягодка. На опыты ее. Что это? Пейнвилл? Ты заплатишь за то, что сделала со мной! В Валентайн! Когда это все закончится в моей жизни? Слушай, ты провальный эксперимент. Тебя отправили в отставку, найди уже себе хобби. Марки там собирай, косплеем займись, найди себе цель в жизни. Время убьет знатно. Моя цель – это уничтожить тебя. Вот упертая. Я убью тебя! We'll be right back.
для вас времена. Не надо привлекать помощью специалистов. Думаешь, стоит обратиться? К бармену. Да, пап, незамедлительно. Ну как же? Куда мы пойдем? Кому мы нужны в этом жестоком мире? Найти работу, наладить личную жизнь всегда успеете. А папа закрывается через 5 часов. I wanna see you pick up. Эй, это не то, что играет в моей голове. Кто отключил? Кому навалять? Другое дело, а то нежности какие-то. Патриция, ты не должна была приходить. Моя миссия почти выполнена. Серьезно? Кто-то сделал из тебя машину для убийств? А я была создана для того, чтобы остановить тебя. Мари, мне придется побить тебя, взорвать и вырвать из тебя череп и сердце. Защищайся. Ох, Патриция. Патриция, я уничтожила практически всех работорговцев, многих из клана Медичи, всех тех, кто сделал это с тобой и мной. Прости, что я убежала тогда. Все хорошо, ты всегда будешь моей подругой, сестрой. Ведь так было с самого начала. Мы с тобой с детства вместе и останемся вместе навсегда. Я счастлива слышать это. Знаешь что? Я продолжу то, что ты не закончила. Всегда мечтала задать жару мафии. Спасибо, Патриция. Я была рада увидеть тебя в последний раз. Будь сильной, я всегда буду рядом. И прощай. Дурашка, я все понимаю. Прощай, Мари. Глупое дитя, еще ничего не кончено. Дальше другой фестиваль, новый фантом, костюм, дедлайн. И так бесконечно. Бесконечность не предел. Там есть пункт под звездочками и еще маленький шрифт. Удачи!